В Люберцах прошел традиционный муниципальный форум «Управдом». На этот раз присутствующие обсудили комплексное благоустройство дворовых территорий, организацию доступной среды в многоквартирных домах, а также другие актуальные вопросы. На этот раз первая тема в повестке дня муниципального форума «Управдом» – благоустройство придомовых территорий. В 2017 году эта работа была завершена с опережением графиков. Всего было приведено в порядок 69 дворов. Интересно, что два из них были включены в план работ благодаря голосованию на сайте «Добродел». Выполнены работы по установке 56 детских и 58 спортивных площадок. В благоустроенных дворах создано дополнительное парковочное пространство на 1460 машиномест. Таким образом, задача по комплексному благоустройству дворовых территорий на 2017 год – выполнено. Также представители администрации, управляющих компаний, подрядных организаций вместе с жителями обсудили создание доступной среды в многоквартирных домах для людей с ограниченными возможностями. Оказывается, управляющие компании, устанавливая тактильную плитку или меняя пандус в подъезде, сталкиваются с непониманием люберчан. Зачем это нам нужно? У нас здесь живет только один слабовидящий, мы тут ходим с колясками, с детьми. Старые пожилые люди, мы будем спотыкаться. То есть вот у нас реально есть проблемы на 20% подъездов. Учитывая тот факт, что в городском округе Люберцы проживает порядка 24 тысяч инвалидов, это больше всего по области, решено проводить разъяснительные беседы с населением. Кроме того, во время форума жителям объяснили механизм работы автономных пожарных извещателей, установка которых тоже вызывала вопросы. Все работы проводятся бесплатно в рамках муниципальных программ «Безопасное Подмосковье». Для установки датчика требуется просверлить два отверстия вместо установки, и поэтому как бы ущерба ремонту никакого не представляет. Во время второй части форума «Управдом» все жители, которые пришли на мероприятие, могли задать свои вопросы или рассказать о сложной ситуации в сфере ЖКХ. Было решено, что сотрудники отдела благоустройства в короткие сроки выйдут по адресам, где необходимо решить озвученные проблемы. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.